Инна Волосина. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица школы Кайлас, работаю в онкологическом центре СПБ. Подскажите какую-нибудь особую практику, иногда так проникаешься человеческим горем. Комок горла какое, еле сдерживаешь слезы. Спасибо за ответ. Конечно же, ритуальную защиту нужно 3-4 раза делать. Также, пообщавшись с человеком, делайте вот так. Раз, два, и после этого вот так вниз лицо, по лицу и с рук сбросили. И вот так вот несколько раз вверх и плечами назад. Также пройдите мой мастер-класс по накоплению астральной энергии. Чем больше астральной энергии у человека, тем меньше на него влияет чужое горе. Вот где-то так. Ну что же вам сказать, все равно вам будет от этого плохо.